эксклюзивный парень, эталон красоты, энергия жизни. Энрике прибежал. Ух, кутерьма. Элвис прибежал. Ах, какая веселуха. Все разобрались, все по двое. Так, Элвис тут и Джина здесь. Так, здесь у нас эксклюзивный парень, эталон красоты. Энрике, мальчишка свободен. И Эсма. Лара здесь. Лара, ты что там отлеживаешься? Айда играйся. Куть-куть-куть-куть-куть-куть-куть. Энрике гоняет бутылочку. Оп, Энрике, поиграй бутылочкой, поиграй, не садись. Поиграй бутылочкой. От... Энрике, моя любовь, мальчишка на продаже. Энрике, моя любовь, мальчишка свободен. Полтора месяца малышам. Вся малышня играется. На переднем плане у нас Энрике. Мальчишка свободен. Вот сейчас к бутылочке пошел. Вот такой мальчик. Любит он бутылочки играться. Так, все пошли на водопой. Резко всем захотелось пить. Элара бежит. За ней Элвис. Ой, 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 начинается у них движуха такая. Чуть-чуть подвытянулись ребятишки. Такая некая щенячья пухлявость уходит. Тянутся теперь. Сейчас немножко по-другому сяду. Погнали, погнали за бутылочкой. Вся толпа. Сейчас вечер, 7 часов вечера. Жара сошла, и они начинают активничать. Целый день они валяются под солнышком. Сейчас они вот активничают. Помет Э сезона 2019. 7 малышей, один мальчик свободен. Более полную информацию можно посмотреть на teamertage.ru. Там больше фотографий, видео, все собрано. Можете Энрике рассмотреть, маму, папу. Ой, кого там заживали. Кого заживали. Потолкушки. Вот он стоит, Энрике. Бутылочку понюхал. Чтобы вам было более понятно, кто есть кто. Thank you.
Эталон красоты. Взял игрушку в зубы. Улегся. Мячики посмотрели, но не побежали. Все, бегите подальше. Бегите подальше. Не могу так близко снимать вас. Бегите, бегите, бегите. Я на их надо отвлекать, а то они... Ну? Кто у нас? Эталон побежал. Бежать, бежать, бежать. Играть, играть, играть. Энрике сзади ходит. Мальчишка свободен. Доставка по всему миру. Малышам 1,5 месяца. Ой, дерутся, ой, дерутся. Элвис и Эсмеральда играются. Эсма, куда побежала? А кто у нас там гоняет, а? Эталончик гоняет бутылочки. Элвис, Эталон. Элара. Забирай, забирай у нее, забирай. Давай, забирай. Правильно. Эсма, нападай, Эсма, нападай, нападай, крадись, крадись, нападай, хоп, хоп, татику. Неуклюжики еще такие, коротконожки. Сейчас они немножко подрастут, более высокими на ножках станут, начнут получше бегать, побыстрее, пошустрее. Охраняет игрушку. Моя, моя. Маленькие зверушки. Девчонки. Элвис там в обнимку с игрушкой. Все девчонки и Эталон с ними. Thank you.
Джина эталон. Энрике, кого ты там схватил за бедро? Больно же. Ой, напал и все. Все сверху теперь. Энрике деловущий. Энрике, мальчишка свободен. Эларочку завалил. Убегайте, убегайте. Остальные здесь носятся. Лара, убегай, убегай. Убегай, Ларочка. Ох уж этот Энрике. Завалил Лару. Элвис, эксклюзивный парень, и Энрике. Все, спрятались в домике. Энрике куда побежал с мячиком? Эй, лентяюшка. Все, убежал мячик у тебя. Элвис прибежал. Давай, говорит, играться. От Энрике побежал. За братишками своими. Энрике немножко в сторонку, почесывает себе бородку. Элвис сверху наседает. Еще привалили ребятишки. Ой, дерутся, ой, дерутся. Элвис и эталон между собой разборочки. Так, эксклюзив полез. Так, Энрике побежал у нас с колесом. Энрике, мальчик свободный. Дай, говорит, колесо. Правильно, забирай колесо у него, забирай.
Элвис. Бегите, бегите подальше играть. Близко не могу вас снимать.